Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы решили сообщить вам одну, но очень приятную новость. Для чего? Приглашаю вас проследовать за мной по небесной дороге, по первому ее участку, по дороге такой дорогой нашему сердцу. Его строительство началось раньше всех. Речь идет, конечно же, о километровом участке городской пассажирской трассы, которая одновременно является и разгонным участком для высокоскоростной транспортной структуры. Смеркалось, закончился очередной рабочий день, и мы стали свидетелями того, что уже завершен монтаж фермы на последнем пролете километровой части высокоскоростной линии, и вы можете видеть, что единственное, что осталось сделать перед тем, как можно будет испытывать Юнибус, это соединить этот участок с анкерными опорами. Итак, весьма скоро мы все пригласим вас в путь-дорогу. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте нашей компании, поддерживайте наш проект и пора в путь-дорогу. Строй SkyWay! Спасай планету!